Яркое и зрелищное шоу развернулось на площадке Новополоцкого дворца культуры «Нафтан». И неспроста, ведь здесь на одной сцене собрались лучшие коллективы города. Галоконцерт состоялся в рамках 5-го республиканского смотра конкурса детского творчества «Здравствуй, мир» и посвящен году малой родины. Галоконцерту предшествовал тщательный отбор участников, а всем тем, кто в этот день выступил на сцене в числе лучших, предстояло пройти три этапа – городской, зональный и республиканский. По итогу каждый из коллективов награжден дипломами Витебского областного исполнительного комитета. В этот вечер каждый зритель мог насладиться не только песнями и танцами, но и театром мод. Смотр-конкурс детского творчества проводится с целью выявления и поддержки талантливых учащихся и охватывает несколько тысяч участников и разнообразные жанровые направления. Ольга Войтова, Артем Табаков, Вектор ТВ.